Блог о жизни в Америке. Кстати, у нас в семье есть небольшая традиция. Один выходной в месяц полностью посвящается каждому члену нашей семьи отдельно. И сегодня как раз очередь моей дочери. Сегодня день Алисы. Мы будем делать все, что она захочет. Она решила поехать на Пирс 39. Это, кстати, очень крутое место. Когда будете в Сан-Франциско, обязательно приходите на Пирс 39. Здесь так прикольно, так атмосферно. Тут уже украсили все к Рождеству, поставили елку. Посмотрите, как же здесь симпатично. О, птичка, приветики. Алиса решила зайти в этот сказочный магазин. Тут продаются всякие крутые штуки. Например, вот эти волшебные палочки. Различные кристаллы, небольшие феи, гномики, домики для гномиков. Алиса взяла себе вот такой кулончик. А я не удержалась и купила себе тоже штучки для браслетиков. Дальше мы пошли смотреть на морских львов. Вот они загорают на солнышке. А это, кстати, остров Алькатрас. Бывшая тюрьма опасных преступников. После мы немного проголодались и решили заскочить вот в этот ресторанчик. Как же сегодня солнечно. Посмотрите, за окном проплывает пароход. Алиса себе заказала чесночную пасту с креветками. А муж взял себе стейк с картошка фри. А это, ребята, гигантская порция салата на одного. После кафешки мы заскочили в рождественский магазин. Здесь продается очень много крутых, необычных игрушек для елок. Как вам вот такая вот елочная игрушка люстра? А Алиса нашла себе вот такие вот сережки. А я себе взяла вот такие вот сережки, вот такой браслет. Дальше мы пошли поиграли немножко в автоматы, а я покидала вот так вот мяч. Вечер завершился поеданием вкусных мороженок. Всем пока!